Турнир здесь организован очень хорошо, великолепно, на уровне. Здесь присутствуют все самые сильные спортсмены, для которых этот турнир является важной вехой в отборе на следующие чемпионаты. А от кого эти спортсмены сегодня ждете попадания в финал в первую очередь? Конечно, здесь присутствует группа национальной сборной страны, костяк всего вот этого нашего фехтовального спорта. Они сейчас очень нагружены работой и готовят к олимпийской квалификации. Поэтому они, конечно, должны проявиться. Но в целом, я думаю, что самые сильные себя покажут сегодня, и мы увидим прекрасное фехтование на рапирах. Какие-нибудь достопримечательности Кавказа или Осетии посетили, куда-нибудь вас уже свозили? К сожалению, мы сюда приехали сразу со сбора тренировочного и пришли сразу в зал, находимся здесь. Но то, что я успела увидеть за пределами зала, мне понравилось. Меня приятно поразило гостеприимство этих мест, то, как нас встречали люди. Это удивительно. А пару слов о прошедших сборах можете сказать? Мы уже готовимся к олимпийской квалификации. Сейчас идут очень напряженные тренировочные сборы. Ребята готовятся к чемпионату Европы и чемпионату мира. Там они должны набрать как можно больше очков. Ну и не будем забывать, что еще остались некоторые этапы Кубка мира, в которых ребята должны поучаствовать. В общем, вся работа сейчас направлена на это, чтобы достойно пройти этап олимпийской квалификации.